Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Лаладин, и сегодня хочу поделиться с вами своим впечатлением вообще о командных боях. Играл я с Габриэлем, кто знает, Габриэль Ангела, с Краном, с его другом Стасяном. Ну и получилось так, что мы поиграли достаточно хорошо. Из 50 боев у нас было 47 примерно побед. Ну и сами поймите, что в этом режиме можно также фармить на премиум технике. Я нафармил за 50 боев свыше миллиона. То есть, не напрягаясь, мне это нравилось, и стреляя голдой, да еще ездил с допайком. Поехали мы на энске по зелени. Каждый бой на энске, даже с одного и того же распауна, мы меняли какие-то тактики, потому что, во-первых, мы смотрели по линимеру, какие команды против нас играют, как нужно против них сыграть, и пытались как-то просчитать ихнюю тактику. Ну и, конечно же, получилось так, что Кран сказал, что они будут примерно в четвертом С4, там очень часто они стоят, он выезжает, и в действительности они там. Что хочется сказать о данном режиме в целом? Статистика не идет в общую, то есть в рандомную, она никак не будет складываться с ней, а идет в отдельную. В этом есть какой-то плюс и какой-то минус. Во-первых, плюс в том, что статисты не будут тут прям набивать проценты, чтобы там как-то казаться круче в рандоме. Это просто для людей, которые хотят играть в 7 на 7.42, участвовать в турнирах, тренироваться. Я вот тоже подумываю начать. Да и, если честно, против нас вот этот бой играли достаточно неплохие ребята, вот. Но получилось так, что мы просто сделали им такую неожиданность, зашли им в корму и уже заняли, можно сказать, базу. Сразу же на А6, на Т1 стал на захват, тем самым тролля противников, что начинается захват базы. И вот, смотрите, я понимаю, что сзади начинает заходить 3 танка 8 уровня. Нужно выезжать на этого 50-100. Он отстрелял уже весь барабан, и я его забираю, дабы он не перезарядился. Также пытаюсь отъехать, чтобы, ну вы сами понимаете, загородиться от других противников. И начинаем по фокусу работать. Главное — это командное понимание. То есть не обязательно даже всем игрокам сидеть в одном, ну, конференции, в одной в скайпе, в тимспике. Главное — друг друга понимать, работать по фокусу, помечать. Ну, в общем, как-то друг друга в действительности понимать. Это главное. И тут очень такая тяжелая ситуация. Остались мы 2 восьмых уровня, Кран на ПТшке остался. Ну и начинаем тоже разбирать. Вот Т-34. Так, просто по КД стреляем. Вообще, пишите в комментариях, стоит ли выпускать видео обучение, возможно, какие-то гайды, тактики по данному режиму, потому что я думаю, что я буду много в нем играть. Вот так вот влетает мне Т-34, нет, чтобы меня добрать, вот в чем и ошибка. Он думал, понадеялся, что его 2 восьмых уровня постараются меня забрать, но они оставляют меня в живых. Я хардкорно выезжаю на ИС-3, не пробиваю голдой, и вот смотрите, Т-34 меня тоже не пробивает. Я понимаю, что если ИС-3 сейчас заберет нашего Т-1, то шансов выиграть у нас будет самое меньшее. Через такую щельку его забираю, и вы видели, как Ангелос забрал вот этого 80-хипового Т-34, хотя он клинчевал с другим Т-34. Это повлияло на исход битвы. То есть сейчас он уходит в ангар, у меня идет перезарядка, вот заканчивается, я начинаю клинчевать. Вообще изначально я хотел его закрыть, чтобы он не успел заехать на захват и сбить. Т-1 Миша тоже уже успевает почти подъехать на захват. Тут делает Т-34 ошибку, он отстреливается вот сейчас, смотрите, в меня. От захвата остается буквально там 8 секунд, и все, мы успеваем выигрывать по захвату. Я нанес 3500 урона, для командных боев это очень много. И сейчас перейдем в результаты боя и подведем вообще итоги. 3500 урона, 134 тысячи серебра зафармили, из которых 50 тысяч чистыми, 1789 опыта, это с учетом премиум аккаунта, 12 прямых попаданий, из которых 11 пробитий, это все достаточно круто. Ну и, конечно же, бой оказался достаточно быстрым, и получили всего там, с учетом еще акций, всего остального, 2146 опыта. То есть можно накапливать опыт в данных боях, кредиты, то есть все можно делать очень классно. Так что фантись, если вы хотите увидеть какие-то гайды или специальные ключевые точки, как нужно играть, куда становиться, куда ехать. Уроки, в общем, от меня. Пишите об этом в комментариях. Также лайкайте, не забывайте, подписывайтесь на мой канал. Ну, а я буду вам показывать дальше какие-то интересные видео. А с вами был я, Level1. Всем удачи на полях сражений. Пока!